Однажды в жизни каждого человека, который по-настоящему заботится о своем здоровье, происходит настоящее чудо. В его жизни появляются первые эфирные масла. В одном из недавних коротких видео я рассказала вам о том, кто такой доктор натуропатии. Между врачом и доктором натуропатии есть огромная разница. В этом видео я сказала, что врач идет к лекарствам, а доктор натуропатии – это специалист, который уходит от лекарств, потому что натуропатия – это любовь к природе, и мы занимаемся здоровьем человека через совершенствование его внутренней природы, его ресурсов, и берем средства из природы, из того, что нас окружает. Так вот, одним из природных средств исцеления человека, оздоровления его – как раз и являются эфирные масла. Так вот, если вы действительно по-настоящему хотите вернуть себе здоровье, то вы не вернете его с помощью лекарств. Вы только на время немного улучшите свое состояние, но только на время. Лекарства не работают с причинами заболеваний, то рано или поздно симптомы вернутся вновь, и вы снова будете чувствовать себя неважно, мягко говоря. Что делают эфирные масла? Эфирные масла работают на уровне причины. Как именно? Давайте мы сегодня с вами разберемся. Но еще у меня для вас сегодня обзор, самый настоящий обзор, распаковка. Вот такая у меня посылочка. И здесь первый набор эфирных масел. Конечно, для меня это далеко не первый набор, потому что я уже несколько лет работаю с эфирными маслами. И как доктор натуропатии, используя их в своей практике, и просто как человек, который полюбил эфирные масла как самую настоящую альтернативу лекарствам. Этот набор я специально заказала для того, чтобы сделать распаковку и показать вам. Эфирные масла – это не только про то, чтобы хорошо пахло и украшало наш быт. Эфирные масла – это экстракты растений. Это выжимки из растений, это эссенция растения, это душа растения. Настоящее эфирное масло никогда не будет стоить дешево, поэтому, покупая в аптеке синтетические или полусинтетические дешевые варианты, вы должны понимать, что это не средство для исцеления. Это всего лишь ароматизация помещения, возможно, туалетной комнаты, но не более. Мы же с вами сегодня будем держать в руках и разбирать настоящие эфирные масла. Вот ту самую концентрацию растений. Причем растений не абы каких, а именно целебных. Целебные эфирные масла добываются из целебных растений. И когда заболеваете, пьете травяные чаи, лечитесь травами, то эфирные масла – это и есть то же самое лечение травами, но только в концентрированном виде. Например, одна капля эфирного масла мяты перечной по своему воздействию и силе и эффекту равна 28 чашкам мятного чая. Представьте, какая разница. Одна капля и 28 чашек чая. Вот настолько концентрированы эфирные масла. Ну, давайте перейдем от слов к делу. Я приступлю к распаковке своей посылки, и дальше мы будем знакомиться с ее содержимым. Посылка открыта. Давайте смотреть, что у нее внутри. Первым делом мы, конечно, достаем сам набор. Это набор, который называется «Семейная аптечка». По-другому его называют «Домашний доктор». Оба названия правильные, и оба названия очень хорошо отражают саму суть, саму концепцию этого продукта, потому что это и есть ваша скорая помощь в любой жизненной ситуации. Неважно, что это будет.
вирусная ситуация, или какая-то травма, или банальная простуда, насморк, либо аллергическая реакция, кашель, затрудненное дыхание, головная боль, повышение давления, там, желудочная боль, ротавирус, кишечная инфекция и так далее. Мы всегда можем обратиться к этому набору и получить оттуда скорую помощь. И изображение креста на этой упаковке, оно как раз и намекает вам на то, что это набор скорой помощи. Но набор работает не только как скорая помощь, это еще и очень большое подспорье в работе с хроническими заболеваниями. Прежде чем я открою набор и покажу, какие эфирные масла находятся в нем, давайте посмотрим, что еще находится в посылке. В посылке мы видим вот такой набор карточек. И это очень удобно в том плане, что каждая карточка является мини-инструкцией к каждому маслу, находящемуся в этом наборе. В наборе 10 масел. Соответственно, каждому маслу у вас будет мини-инструкция, которую очень удобно использовать. Еще есть вкладыш, и это дополнительная краткая информация по каждому маслу. В наборе мы видим два каталога. Что это за каталоги? Первый толстый объемный каталог – это гид по продуктам. То есть, листая его, вы можете узнать коротко об эфирных маслах, что это такое, какие здесь особенности обращения с этим продуктом, какие меры безопасности. Коротко о производителе этой продукции, основные способы применения эфирных масел и перечень, собственно, самих эфирных масел, причем не только тех, которые есть в этом наборе, но еще и многих других в ассортименте компании doTERRA. doTERRA – это компания, которая является производителем чистых эфирных масел терапевтического класса. Что значит терапевтического? Которые можно применять внутрь. Но только те масла, которые показаны для применения внутрь, потому что масла могут различаться. Есть эфирные масла, которые мы можем применять всеми тремя способами, и наружно, и внутренне, и ингаляционно, а есть масла только для наружного применения. Но чтобы в этом разобраться, вам поможет каталог, потому что возле каждого эфирного масла, то есть возле каждого продукта, возле каждого флакона, вы увидите условные обозначения, и по ним вы сможете определить, какое масло для какого способа применения предназначено. В каталог вложена вот такая бумажка с наклейками. Для чего они нужны? Это самоклеящаяся бумага, и на каждой наклеечке написано название эфирных масел. Удобно взять такую наклеечку и наклеить ее на крышку флакона. Наклейки довольно яркие, надпись хорошо читается, и вы сразу будете видеть, что за масло у вас в руках. И теперь второй каталог. Что это такое? Во-первых, это краткая инструкция, какие у вас есть выгоды и преимущества при заказе продукции doTERRA в качестве привилегированного покупателя. Когда вы приобрели свой стартовый набор через регистрацию в doTERRA, вы получили статус привилегированного покупателя. То есть теперь вы можете приобретать всю продукцию doTERRA со скидкой 25% пожизненно. Так вот, здесь в инструкции у вас четко прописано, что это за привилегии, то есть какие бонусы, какие преимущества вы имеете по сравнению с теми, у кого нет аккаунтов doTERRA. Кроме того, в этом маленьком каталоге doTERRA вам предлагает ознакомиться с тематическими корзинами. Что это такое? То есть вам уже сделали подборку определенных продуктов, которую вы можете для себя в дальнейшем заказать со скидкой 25%.
И каждая подборка направлена на определенную систему нашего организма. Так, например, есть подборка по детоксу, по пищеварительной системе, подборка по снятию напряжения, также по антистрессу. Это довольно распространенные проблемы у современных людей. И стресс, и напряжение, и проблемы с пищеварительным трактом, и зашлакованность организма. Поэтому дотера идет по пути наибольшего соответствия решению таких распространенных проблем. То есть вам уже не нужно голову ломать и подбирать вам какие-то продукты, что же мне такое купить, чтобы решить ту или иную проблему. Вам уже даются готовые подборки продуктов, тематические корзины. Милая открыточка, которая вас, дотера, поздравляет и благодарит за выбор продукции. И, наконец, еще одна штука, которая завернута в бумажку, и мы ее развернем и посмотрим, что там. Это подарочное масло. Это эфирное масло дикого апельсина, которое всегда идет в подарок к набору «Домашний доктор» или «Семейная аптечка». Причем, заметьте, все эфирные масла в этом наборе в маленьких флаконах по 5 мл. А дикий апельсин идет во флаконе 15 мл, то есть в 3 раза больше. Это очень милый подарок, учитывая то, что нам всем очень часто не хватает бодрости, какой-то солнца, особенно для тех, кто живет не в самых жарких странах, не хватает энергии, хорошего настроения. И вот все это нам обеспечивает эфирное масло дикого апельсина, которое мы можем вдыхать в течение дня для бодрости, можем добавлять в еду, в напитки, просто пить с водой и не только заряжаться бодростью, но еще и делать такой ежедневный детокс, потому что все эфирные масла цитрусовых – это детоксиканты, то есть они работают на очищение организма от токсинов. Итак, мы разобрали нашу посылку, и теперь я хочу перейти к обзору эфирных масел, которые находятся в вашем первом стартовом наборе. В наборе 10 всего эфирных масел, из них 4 смеси эфирных масел и 6 одиночных. Начнем с одиночных масел. Первое масло – это лаванда. Это символ спокойствия, хорошего сна, гармонизации, ровного, такого сбалансированного настроения. Согласитесь, это очень важно. Очень часто у нас есть стрессовые ситуации, связанные с работой, с бизнесом, с семьей. И нам всегда хочется быть спокойными. Так вместо того, чтобы брать это спокойствие из большого количества еды или из алкоголя, сигарет и так далее, лучше взять это спокойствие из эфирного масла лаванды, которого достаточно буквально одной капли. Вы капаете одну каплю эфирного масла лаванды на подушку, и вы спокойно засыпаете и спите хорошим, качественным сном всю ночь. Кроме того, эфирное масло лаванды еще работает как антигистаминное средство. Представьте, если у вас вдруг возникла аллергия, вы поели цитрусовых там больше, чем надо, и у вас появилась сыпь на коже. Вы берете эфирное масло лаванды, разбавляете немного его с базовым маслом, например, льняным, и просто смазываете пораженные участки, и вы увидите, как быстро исчезнет этот симптом. А также вы можете капнуть эфирное масло лаванды одну каплю под язык, и это уже будет работать антигистаминное средство. Напоминаю, что это масла терапевтического класса, поэтому их можно применять внутрь с условием, что это масло предназначено для применения внутрь. Лаванда как раз предназначена. Следующее масло – это мята перечная. Это символ борьбы с головной болью. Все в моем окружении, кто пользуется эфирными маслами, знают, что как только он начинает болеть голова, ну, чуть-чуть начинает давить виски или какая-то тяжесть в голове, мы сразу берем эфирное масло мятоперечное в чистом виде, наносим каплю буквально на ладонь и делаем массаж головы, виски,
лоб, сзади на шее, то же самое, по линии роста волос. Мы массируем голову, потом мы дышим просто с ладони этим маслом. И поскольку эфирная, и поскольку мята перечная является мощнейшим спазмолитиком, очень быстро мы снимаем спазм сосудов, и головная боль уходит. Это масло сердечников. При любых нарушениях сердечного ритма, при повышении давления и других дискомфортных состояниях сердечно-сосудистой системы мы берем эфирное масло мяты и наносим на область сердца, на пульсовые точки. Опять же, дышим. Также можем добавить одну каплю на стакан воды и просто выпить этот напиток, снимая общий спазм в организме. Любят мамы детишек перечную мяту за то, что с ее помощью можно легко и быстро снимать температуру у детей. Вместо того, чтобы давать им жаропонижающие средства, берем воду, добавляем туда пару капель мяты перечной, смачиваем ткань хлопчатобумажную и протираем ребенку тело. Температура снижается очень быстро. Следующее масло — чайное дерево. Противогрибковое, противовирусное, мощное масло. Хорошо работает с акне. Если у подростка проблемная кожа, можно просто точечно наносить эфирное масло чайного дерева на прыщи, и они очень быстро подсыхают и исчезают. Кроме того, если есть грибок на ногтях, это самое лучшее средство борьбы с грибком, не прибегая к лекарственным препаратам. Каждый день, несколько раз в день наносим на пораженный участок и очень быстро начинаем видеть улучшение состояния. Есть еще ситуации, когда мы чайное дерево можем принимать внутрь, но об этом сейчас не буду. Это, ну, есть особое состояние, когда нужно провести вот эту своеобразную чистку внутри себя, и тогда мы будем принимать чайное дерево внутрь. А также чайное дерево незаменимо, когда у вас заболело горло, ангина, и все такое. Просто берете стакан воды с содой, добавляете одну каплю чайного дерева и полощите горло в течение дня несколько раз, можно даже каждые 2 часа, и буквально за один день все симптомы ангины исчезают. Эфирное масло орегано. Орегано — это самое мощное, жгучее и горячее масло в этом наборе, ну и вообще, пожалуй, в коллекции Дотера. Поэтому к этому маслу надо быть особенно осторожным и аккуратным. Оно мощное, оно является хорошим иммуномодулятором. То есть, если у вас ослаблен иммунитет, вы можете использовать масло орегано каждый день, нанося на стопы и позвоночник, внимание, в разведении 1 к 10 для взрослых и 1 к 20 для детей. То есть на одну каплю орегано берется 10 капель базового масла, можно льняное, наносится на стопы. Это и на позвоночник. Это такая своеобразная иммунная поддержка для вашего организма. Есть еще много других интересных способов применения орегано. В частности, это удаление папиллом с тела. Но об этом сейчас подробно не буду говорить. Просто имейте это в виду. Эфирное масло лимона. Это масло, которое быстрее всего заканчивается в наборе, потому что все очень любят пить воду с эфирным маслом лимона. Буквально одна капля на стакан воды. Можно добавить сок лимона, можно добавить мед по желанию. И это не только прекрасный и вкуснейший напиток, это еще и детоксикант. Как я сказала, эфирные масла цитрусов – это хороший детокс, такой ежедневный, легкий, но все-таки детокс для нашего организма. Кроме того, у эфирного масла лимона есть еще прекрасное свойство заживлять, латать слизистую желудочно-кишечного тракта. То есть, если там есть какие-то гастритные дела, язвочки, воспаления, то масло из кожуры лимона как раз и является тем самым заживителем вот этих воспаленных участков. Следующее одиночное эфирное масло в этом наборе – это масло ладана. Ладан – это король эфирных масел, это особенное масло, и в двух словах о нем не скажешь. Но если бы не было у вас ни одного эфирного масла из этого набора, а был бы только один ладан, вы могли бы его применить, точнее, вы можете его применить к
к любой ситуации, описанной вот, в применении к каждому конкретному маслу. То есть нет ни одной ситуации вообще в нашем теле, в нашем здоровье, когда нельзя было бы применить ладан. Его можно применить всегда, у него вообще нет противопоказаний. Причем применять его можно и наружно, и внутрь, и ингаляционно. И это масло, которое решает не только телесные проблемы, но и глубоко запущенные душевные проблемы, такие как эмоциональные травмы, глубокие депрессии. Это масло незаменимо для онкобольных, для людей с системными заболеваниями. То есть масло ладана – это масло, которое обязательно должно быть в каждом доме, особенно если в нем живут люди с тяжелыми диагнозами. Далее я перехожу к обзору смесей. Что такое эфирные смеси? Это когда несколько эфирных масел собираются в один мощный бленд, и каждое из этих масел работает по-своему, но в общем и целом они направлены на решение проблем с какой-то конкретной системой. У нас есть 4 смеси. Первая смесь Digest Zen работает с пищеварительной системой. Вторая смесь Deep Blue работает с опорно-двигательным аппаратом. Третья смесь Breeze работает с дыхательной системой. И смесь On Guard – это смесь противовирусная, которая работает с нашим иммунитетом и спасает в острых вирусных ситуациях. Согласитесь, эти проблемы, эти ситуации, да, и эти системы – это наши слабые места в современном мире. Давайте начнем с Digest Zen, пищеварительная смесь. Какие конкретно масла входят в каждую смесь, я не буду перечислять. Вы узнаете это из каталога или на сайте doTERRA в вашем личном кабинете. Он теперь у вас в вашем полном распоряжении. И там вы можете узнать гораздо больше информации, чем то, что я сейчас скажу вам. Итак, Digest Zen, пищеварительная смесь. Каждый раз, когда возникает какой-то дискомфорт в животе, причем неважно, с каким органом он связан, будь то боль в желудке, будь то вздутие в кишечнике, будь то колики справа, колики слева, какие-то спазмы, все это решается с помощью одной капли Digest Zen. Запоры мы тоже решаем с помощью Digest Zen. Поносы тоже с помощью Digest Zen. Кишечная, ротовирусная инфекция туда же. Хронические заболевания, там панкреатит, холецистит, язвенный колит и так далее. Все это те ситуации, когда абсолютно показан Digest Zen. И работает он на уровне одной капли. Мы можем применять эту каплю, принимать несколько раз в день. Мы можем принимать по ситуации, то есть по симптоматике. Если есть проблема, принимаем каплю. А можем принимать на регулярной основе, скажем, 3 раза в день. После еды или в промежутках между едой, со стаканом воды или на ложке меда, или на ложке масла. И таким образом мы решаем как острые ситуации по ЖКТ, так хронические. Digest Zen может применяться еще и наружно, особенно у маленьких детей, допустим, до 6 лет. Мы не даем детям эфирные масла внутрь, но мы можем применять их наружно. Мы разводим Digest Zen с базовым маслом и можем применять грудничкам, когда у них колики, делая массаж животика, более старшим деткам, если они стали жертвой там ротовирусной инфекции. Даже и взрослые тоже могут применять Digest Zen наружно, например, капая его в пупок на ночь и делая круговой массаж по часовой стрелке, если у человека, скажем, хронические запоры. Он может принимать Digest Zen как внутрь, так и наружно, на пупок, на область живота, если действительно проблема очень серьезная.
Следующая смесь Deep Blue переводится как глубокий синий. И это из-за того, что в состав этой смеси входят масла насыщенного темного цвета. Из-за этого эфирная смесь действительно такая темно-синяя, но при этом она не пачкает одежду, поэтому можно смело использовать ее наружно. Кстати, Deep Blue — это смесь, которая используется только наружно. Только наружно. И она даже имеет такую более широкую крышку, в отличие от остальных флаконов, которая указывает как раз на особенность этого масла, что мы его применяем только наружно. В разведении мы наносим это масло на любой проблемный участок тела, где есть боли. Это могут быть суставы, проблемы артрита, артроза, коленные, локтевые, позвоночник, шейно-воротниковые, поясничный отдел, любые места, которые нуждаются в снятии спазмов, в отеках, в уменьшении боли, в улучшении кровотока, лимфотока. Эта смесь отлично работает, когда есть какая-то травма, вывих, ушиб, растяжение, гематома, даже перелом. Мы тоже наносим эту смесь, и она очень быстро помогает восстанавливаться. Следующая смесь Бриз – это решение проблем с дыхательной системой. Любые проблемы с органами дыхания, будь то бронхит, бронхиальная астма, пневмония, синусит, ларингит, гайморит и так далее, все это прорабатывается с помощью эфирной смеси Бриз. Способов применения множество. Все способы я даю в индивидуальных рекомендациях. С этой смесью у меня особенное отношение. Это с этой смеси началось исцеление моего мужа от бронхиальной астмы. Благодаря массированному и комплексному применению эфирных масел и других средств мы вылечили таки бронхиальную астму, хотя она признается неизлечимым заболеванием. Вот такие мощные у вас в руках инструменты для лечения хронических заболеваний. Ну и, наконец, последняя смесь в этом наборе – это OnGuard. OnGuard переводится как «на страже», «на защите». Это противовирусная смесь. Сейчас это особенно актуально, и эта смесь тоже имеет тенденцию очень быстро заканчиваться. Не потому, что мы часто болеем вирусными заболеваниями, а потому что мы даже работаем с нею как с профилактическим средством. Никто не хочет болеть, это понятно. И заняться профилактикой вирусных инфекций гораздо проще, чем лечить уже вирус, который разбушевался в вашем организме. Когда мы работаем на уровне профилактики, мы можем просто принимать одну каплю в день на ложке меда и запиваем чаем. И мы именно это и делаем, поэтому ни я, ни мое ближайшее окружение и те люди, которые также применяют эфирные масла, мы не болеем, и мы занимаемся профилактикой. Итак, я сделала обзор всех масел в этом наборе. Более подробную информацию по каждому маслу. Каждый человек, который приобрел набор у меня по моей ссылке, получит от меня в виде индивидуальных рекомендаций. Это происходит всегда. Каждый раз, когда ко мне приходит новый человек со стартовым набором, я даю ему для заполнения анкету, в которой он мне рассказывает, какие основные проблемы его беспокоят по здоровью, по самочувствию. И я составляю такому человеку индивидуальную программу применения эфирных масел. На какой неделе, сколько эфирных масел мы вводим, каким способом применяем, какие на следующий месяц и так далее. Кроме того, что я даю рекомендацию именно для этого человека, мы можем также дополнительно еще и обсудить проблемы членов его семьи, и я также дам рекомендацию и для его близких. Это очень удобный вариант приобретения эфирных масел через консультанта, потому что, приобретая эфирные масла на Валберес, вы никогда не получите полноценной профессиональной wellness-консультации, и у вас не будет вашего личного семейного wellness-консультанта, который будет беспокоиться о вашем здоровье и о здоровье ваших близких. И теперь вы понимаете, что жить в современном мире и уповать только на лекарства — это просто, ну,
очень недальновидно. Гораздо благоразумнее использовать природные средства, не имея побочных эффектов и получая исцеление на уровне причины. Это очень мудрый шаг — приобрести сейчас вот такой набор. Те, кто уже его приобрел, я вас искренне поздравляю, вы сделали очень правильное вложение, и вы скоро убедитесь в этом. Те, кто еще думают, приобретать или нет, я думаю, что после этого видео ваши сомнения отпадут, и вы пойдете и приобретете этот набор. Внизу под видео есть ссылка, по которой можно пройти и ознакомиться подробнее с инструкцией, как приобрести этот набор. А также указан мой контакт, по которому вы можете задать все интересующие вас вопросы, связанные с приобретением такого набора и не только. Я благодарю вас за просмотр этого видео и будьте действительно здоровы по-настоящему.